Всем привет! Вы на канале Бородатый Мастер. Найти ровную поверхность без дырок, без всяких. То есть отрезать два отрезка по 60 и два отрезка по 40. По 60 сделали. Деревяшек на сфере напилили. 2 по 40, 2 по 60. После того, как сделали самые грубые обработки, теперь нужно насверлить отверстие. Сейчас я покажу как. Да, именно таким способом я склеиваю, потому что нет у меня угловых струбцин, никаких зажимов. Может, вы знаете какой-то способ, то напишите в комментариях. Я вот что-то додумался именно так. Так, ну все, с ней разобрался, наконец-то, нашей рамкой, так скажем. Покрыл краской на два слоя, потом лаком, потом полирнул губкой вручную и еще раз покрыл лаком. Ну, есть косяки, как бы, ну, более-менее такая красивенькая, ровненькая вроде, даже блестит вот на... По-хорошему надо больше веревочек, то есть сделать прям как паутину,
чтобы можно было по-разному их лепить друг на дружку, даже маленько. И тогда будет прикольно. Ну вот так я считаю, что идея неплохая. Всем пока, подписывайтесь. До скорой самоделки.